Три месяца, с начала августа до середины октября 41 года, продолжалась героическая оборона Одессы. Со стороны суши ее защищала Приморская армия, с моря корабли Черноморского флота. В оборонительных боях участвовало 100 тысяч человек. Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. Я вам расскажу за всю Одессу. Эй, Путин, вас никто не верит здесь всерьез. Вы гроза для НАТО и ЕС, допустим, а в Одессе вы обычный поц. Вам здесь не бросятся на плечи, вам здесь не вынесут цветы. Мы все бендеровцы, конечно, Остапа Бендера. Город стоял, стоит и будет стоять.